Нога дворника на этом участке улицы Врубеля не ступала несколько лет. Эта территория не закреплена ни за одной организацией, поэтому порядок здесь наводили крайне редко. Благоустроить территорию вызвалась подрядная организация. Объем работы большой. С одного небольшого участка собирают до десятка мусорных мешков. Потом мусор этот вывозится. Мы это все собираем, потом приезжает трактор, КамАЗы. Это все грузится и вывозится на свалку. В ближайшее время на борьбу с мусором выйдут на площадку у Дома печати и в гаражный массив на улице Карла Маркса. Всего в Октябрьском районе насчитывается порядка 100 таких незакрепленных территорий. У нас, значит, есть бригады, которые ездят по району, выявляют такие места. В случае выявления передается подрядной организации, она сразу же встает на это место и убирает эту территорию. Приводить в порядок незакрепленные территории в Октябрьском районе будут в течение всего года. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».